она дала всем мужчинам отпор. Марина Алексеенко! Я как ведущий знаю, вот как девушкам очень тяжело, наверное, вести, но если она стала лучше, то все по делу, это заслуженная победа. Марина, просим вас на сцену, весь зал аплодирует вам. Марина, поздравляем. Фух, спасибо большое. Спасибо большое, конечно же, в первую очередь залу, который аплодирует сегодня. Я так прекрасно смотрелась, да, дам всем фору, особенно в мужском обличии, да, такая. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам, которые все-таки сделали такую замечательную премию. Я желаю Артису только дальнейших продвижений, чтобы мы выдвинулись действительно на мировой такой уровень и о днепропетровских людях узнали все. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что вы именно любите, да, меня как конферансье, за то, что вы приглашаете. Я искренне благодарна вам. Я надеюсь, что эта победа еще более даст мне толчок для того, чтобы вас радовать, вдохновляться вашими, конечно же, пожеланиями, вдохновлять себя внутренне. Я обещаю, что в следующем году будет еще больше результатов с моей творческой работы. Спасибо вам большое. Я действительно вас люблю за то, что вы такие у меня есть. Спасибо большое, конечно же, моим родителям. Вы у меня самые лучшие. И всем, кто сегодня здесь присутствует. Спасибо большое за награду, которую я сегодня получила. Спасибо, Марина. Марина, огромное вам спасибо. Ребят, если у кого-то есть в руках телефон, пожалуйста, срочно напишите радостное сообщение для Евгения Щербакова о победе Марины Алексеенко.